Вы видите, друзья, как разрезается мешок с углями. Слушай, мне кажется, там если за ниточку потянуть, оно само должно произойти. Уже поздно. Да. Не-не-не, тут довольно-таки прочный мешок, он, видишь, он пластиковый. Ну да, но весь смысл вот этой ниточки в том, что за нее... я не хочу полностью открывать. Окей. Не хочу полностью. Может быть... Так. Так. Дальше, дальше. У нас, конечно, мешок большой. Чувствуется, что дискаунт хороший. Это, должен быть. Это типа как Костко в Сэм-складе. Ага. У нас, по-моему, в Дарине нет Сэм-складов, я не знаю. Нет. Нет, так. Ой-ой-ой, какие здоровенные куски. Какое происхождение этих? Похоже, прям как куски дерева. А это и есть, это специальные угли. Так, а за что же они такие деньги берут? Они их пропитали керосином. Нет. Ну, сами, ты понимаешь, я не люблю вот эти брикеты. Так. Потому что это уголь спрессованный. Да. А это натуральное дерево. Это начало. Ох ты, господи. То есть москиты, это же обычно коптят москиты. Так, да. Да, вот и все. То есть это какое-то дерево, но его обработали же, правильно? Ну, они приготовлены угли практически. Его довести до нужной кондиции не так долго. Хорошо, а если спичку поднести, оно полыхнет? Нет. Нет? А какой же смысл? Ну, потому что я не хочу, я тебе объясню. Такое вещь, что я не особо люблю пропитанные. Понял. Пропитанные, потому что ты когда жаришь, потом все. Так а чем это лучше, чем просто для дрова? Дрова, а дольше дрова будут выбирать. А-а-а. Эти буквально 10-15. Вот так, ну, как да. Запал. Вот теперь орошается все это из такой вот. А что за жидкость? Вот это не керосин? Ну это. Она как odorless, бы без запаха. Odorless, да, то есть оно без запаха. Лайтер, ну лайтер, то есть такая. Поджигательная жидкость. Наверное, угли ее хорошо впитывают. Да. Так. Сейчас, прямо сейчас запалим или как? Да. Сейчас я хочу немножко, чтобы напитался. Но тут, конечно, побрызгать. Но что-то мало жидкости, да. Сейчас посмотрим, как будет полыхать с таким маленьким количеством. Друзья, тут нам предлагают какие-то fire starters. Я то есть, не как знаю, бы ребята. Запал. Что такой. Это такое? То, что есть. Запал. Похоже на сушеные. Бананы. Так и да. Вот они. Пакетики в полиэтиленовом. Сейчас будем вот так. Ага. Так, вот воткнули несколько этих запалов. Как я как рванет их. Ну что, полим? Полим? Полим. Я даже чувствую на самом деле запах вот этого керосина, ну как жидкости. Которая тут вот испаряется с углей. Ну что, одна пошла, от нее другие. Да, да. Это похоже, как вот средства массовой информации работают. Сначала буйные пошли, а от буйных уже все остальные. Что-то у тебя этот саботаж происходит, огня, оп, огня почти нет. Как этот fire starter работает, хотелось бы понять. По-моему, он не загорелся, то, что рядом загорелся. Но он, ну как-то они вместе вот тут запалились. Вот, а там тот керосин, который был, закончился. Вот видишь, слева уже нет такого буйства. Придется нам буйствовать, похоже. Да. Вот от этого аккумулятора, друзья, я сейчас камеру подзаряжу, а то... Садится. У меня на камере есть USB для зарядки. Да, друзья, шашлычок приобретает какие-то очертания шашлычные. А кукурузка? Но, слушай, а кукурузка ведь там под ней нет огня? Или... А пускай она потихонечку на директ. Понял, на непрямом огне. Ну, окей. Да, пускай, но... Хорошо, хорошо. Так. Скоро сказка сказывается, да не скоро шашлычок делается. Это, друзья, буженинка, да? Нет, может, поросятина. Может? Поросятина. Нельзя назвать бужениной, да? Нет. Это поросятина, это Борис. Либо. Делает из настоящего порося. И как бы так он даже их замораживает, по-моему, да? Ну, не замораживает, и закатывает в вакуум. Чего он только с ним не делает. В общем, ой, могу сказать только, что вкусно, невероятно. Это особенно просто конец света. С хлебушком. Вот вы видите, как Светлана. Не просто на хлебушком. Гренку, на гренку, да. Которую на гренку. Она с собой принесла. Ну, Света знал, что с собой принести, да, мелочек?
и огурчик. Так, подошли огурчики. Бэбички. Корнишечки. Бэби-огурчик. И вот оно пошло. Пошло как к себе домой. Это конец света. Так. Тут у нас, вы видите, как в столовой в пионерском лагере. Тут все разложено по мисочкам, все по-честному. И ну, вот, еще кому надо. Да, разливается из банки борщец. Да? Да, да. Да, совершенно органический в сущности в своей, да, борщец. Да. С рассольчиком. С чем? С рассольчиком. Нет, рассольчика здесь нет. Здесь нет только этого, лимонный, да, сок. Этот раз рассольчика нету. Так. А, у нас же есть это помидоры еще, ребята. Так, ты что, хочешь прямо в борщ его, что ли, помидор? Нет, я вам сейчас принесу. Не, да. Так, у меня же помидоры эти, как его, свой, не просто маринованные. Так. Вы видите, как получается. Это прямо как крошка какая-то. Да, только это вот маринованный с уксусом. С борщом. И сок, и лимонный, и уксус. В колхозе собрание было общее. И решали, как назвать колхоз, знаешь? Да. Ну и там один говорит, давайте назовем имени там 23-го съезда. Говорит, да уже есть 23-го съезда. А другой говорит, давайте имени Карла Маркса. Говорит, уже есть имени Карла Маркса. Ну, и как-то народ, знаешь, загрустил. И тут один говорит, а давайте, говорит, назовем имени Лопе де Вега. Да. Ну и народ, знаешь, колхоз тоже народ простой. Они говорят, а хоть это что? Он говорит, ну я не знаю что, говорит, но очень похоже на, говорит, твою мать. Вот. Я просто колхозная тема вот у меня. Знаешь, как вышли мы в поле, страда, собрались комбайнеры, значит, хлеборобы всякие. И вот, а ты как от общественности, значит, колхозной разливаешь. И, конечно, надо бы хлеборобам поднести стопарик. Оленька, у нас стопарик есть? Есть, вон. Коньячок есть. Это вот это стопарики? Да. Ну, друзья, ой, упала. Миша, упала. Это, конечно, страшно. Стопарики не для колхозников, друзья. Это для такой интеллигенции. Да, такой, знаете. Это одноразовое? Такой интеллигенции, тоже сомнительной такой интеллигенции. Вот. Ну, в общем, что делать? Что делать? Просто покушаем хорошо и все. Друзья, у нас курица не просто так. Что за курица, давай? А я не знаю, это вот Яша. Кмели, Яша. Что? Или Оля. Это Оляна дочка делала. Кмели, в кнелях, в туннелях. Так и в чем смысл? Кнели-туннели, это, наверное, это приправа. Да, как и Оля. Ну, всегда много рассказывал. Лучший ответ на этот вопрос будет, когда мы ее попробуем. Можешь, например, сейчас попробовать. Ну как же. Вот так вот, раз. Ой. Так она же горячая, наверное. Нет, какое ощущение, что она сырая, ты знаешь? Не, ну, я пусть... Не, ну сырая, видно. Ты считаешь? Ну конечно, видно. Пусть там... Она же замоченная. Она нужнее на огне. Она замоченная. Ну все равно пусть туда греется. Успеем. Мы тут с голоду пока не помрем. Вы видите, друзья, как наука и техника приходят на помощь простым партийцам, ну, имеется в виду, кто на парте. Воткнули в кусок мяса щуп, от щупа идет кусок кабеля в оплетке, значит, вот сюда на мобильные устройства всякие. Хотя, в данном случае, одного достаточно. Да. А так можно ходить по дому со вторым, ну, и наблюдать. Там стоит какое мясо. Да. У нас свет тоже такой же есть, правда? Да, мы показывали нашему зрителю, что мы делали, я уже не помню. Рыбку коптили, да. Ну что, а что должно быть? Вот ты воткнул туда и, наверное, чего-то ожидаешь. Ну вот температура. Ожидал 160, а сейчас 100. Ах ты ж, Господи. Ну, значит, есть резерв. Есть резерв. А вот и курица кусочек пришло, может, родить. Так, Светик, сними меня. Я для наших зрителей съем, ничего не пожалею, съем, да, кусочек курицы. Не пожалею кусочка курицы. Не пусть, она уже стоит. Только для вас, друзья. Она уже стоит. Хмели, сунели, чикен. А неплохо? Ну дай я попробую. Я никогда не знал, что это и есть хмели, сунели. Хорошо, хорошо. Да, хорошо. Заберем камеру, Светлана. Хмели. Ну, поросятина, конечно, сунели круче. Боря, скажи про поросятину.
подарки. Понял, сейчас... понял. Он в дыму. Да. Боря в дыму. Я плачу. Может, тебе очки одеть? Ты мне... Ой, сейчас упадет, нет. Мне это напоминает известный стишок «Бой в Крыму, все в дыму». Ничего не видно. Вот. Да. Ну, кстати, их надо на ребро класть, Борь, правильно. Надо на ребро класть, они не будут погибаться. Они прогибаются? Они начинают перекручиваться. Оля с огорода своего, вот эти помидоры, эти гиганты. Сама засолила. Специально крупные такие отбирала или что? Ну, или да. Они все большие? Нет, я смотря, какое горлышко у банки. Так. Поэтому... А в Беларуси у тебя тоже что-нибудь росло? Нет, у меня дачи не было. Так. Я жила на улице Горького, на самой-самой-самой. Это где такое? В Минске. Сейчас она как-то Богданович называется, все переименовали. Так. А так, дачи никакой не было. Поэтому... Ну, расскажи, что там у тебя, как все это? Кроме помидоров и укропа, я понимаю, там чесночок я вижу. Чесночок, так. А еще у меня там хрен, вот листья, это... листья, ага, хрена. Листья у меня в огороде растет специально, чтобы консервировать. И что делаешь? Варишь рассол. Так. На 1,5 литра 3 ложки сахара, 2 ложки соли столовой. А варить надо? Рассол завариваешь, заливаешь помидоры кипятком, заливаешь. То есть 1,5 часа варится рассол? Нет, закипело все. А, окей, так. И залил помидоры, и все. И давно стоит? Целый год. Ну, с прошлой. Это, а, это у тебя тут вот это вот 2016, это урожай 2016 года. Да. А в этом году делала? Или еще рано? Помидоров ой, в этом нет? году почему-то мало помидоров. Но уже и есть? У меня большая семья. Да, он, ну есть, но у меня сейчас большая семья, все съедается. Но огород большой, площади у тебя? Нет, у меня немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Сколько у тебя кустов помидорных? Ой, сколько у меня кустов помидорных? Что? 15. О, это серьезно, это почти коммерческие. Ну, кроме помидор у меня ничего больше не растет. Огурцы, белки все съедают, если посадить. А-а-а. Даже я бы однажды посадила арбузы, да. Вот такие арбузы все отгрызают. Просто... Я из-за этого лимоны сажаю, потому что лимоны никто не ест. Дизастер. Да, персики у меня все съедали. Съедают все. И сливы съедают, все подъедают. Все, будем открывать. А помидоры есть. Не берут, да? Помидоры почему-то нет, сервайв. Нет. Да, вот зверье не берет помидоры. Не знаю, нет. Да, друзья, дым, дым, вы видите в камеру прям нам тоже дым. Вот, но не в глаза, а так все-таки только в камеру, в оптику, можно сказать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас будут пробовать, да? Да, я на себя беру большой риск. Но риск риском, но горячий же надо, нет? Ой! Нет, возьми посмотрим внутрь, чтобы не было. Так. Как там? Несъедобно. Нет. Давай сырой? Кастрюлю. Сырой? Я шучу. Ага. Все в одну кастрюлю ему подсунул. А. Кукурузка тоже? Может быть, уже так принимает на себя. Там угольки разбросали. Под кукурузой тоже теперь есть угольки. Я убрал все. Вы, друзья, самые безопасные зрители того, что происходит. Абсолютно готово, Борь. Вспоминаю пословицу русскую. Стыд не дым, глаза не ест. Да? А дым ест. Вы видите, друзья, вы видите эту изощренную технику снятия шашлычка с шампуров. Боря, давай, вилла же у нас пластиковая. Тут кладется, как это называется? Сверху. Лаваш. Не надо лаваш. Лаваш, друзья, лаваш. На лаваш кладется мясо. Для чего на лаваш? С тем, чтобы... Да, то, что с мяса потечет, а вы догадываетесь, что там течет. Вот это течет и впитывается в лаваш. Так, 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 оп. Вы видите синхронную работу семейной бригады, которая много лет уже это делает. Да уж. Вот. И у них так все это получается синхронно. Это можно делать чемпионат по синхронному сниманию мяса. О, упал кусочек. Ну вот это я сглазил немножко. Ну ничего, ничего. Так. Мне кажется, может быть, не испытывать судьбу и в другой какой-нибудь еще положить, нет? Сейчас, 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 подожди. Так, то есть есть место, как бы? Есть место. Окей, окей, окей. Хорошо. Наступает вечер, и здесь на горе становится холодно.
И народ потихонечку начинает утепляться. Вот мы Мишу утеплили маленечко. Да. А потому где моя воинская кепка? Он вчера... Нет, я ее спрятала. Да. Она с этой шапочкой наверх не пойдет. Потому что он вчера немножко начал сопливить носом. И вот мы его утеплили. У меня там еще жилетка. Мы его одели в жилетку с инфраредом. Инфракрасным таким утеплением, да. Которое свое собственное тепло никуда не транжирит, а все собирает. Петечка, мне нравится научность твоего объяснения. Но зато тебе тепленько. Тепленько. А тепленько, друзья, это хорошо. И гораздо лучше, чем когда замерз человек. Очень вот, давай. Друзья, вот он суп. Как сказать? Свекольник. Салфеточку, дай мне. Я бы его назвал суп на здоровье. Сделала. Так можно было его назвать. Вот так, на здоровье. Да. И как зайгизунд. Вот можно так назвать. А, коньячка. А перчики? Перчики да. Домашние? А, или... Да, это мы сделали. Говорили, что мы с Борькой не едим. Это ваши ребята. Хорошо. Череет, темнеет. Вы видите осветительные приборы. Так, ну это, допустим, на трейлере, на RV. Я не знаю, как правильно назвать. Это можно трейлером назвать? Нет, это RV. Это RV. Все, друзья, трейлером RV называть мы не будем. Трейлер – это когда прицеп. Моторхоум. А у них самоходный. Поскольку, значит, если бы ваш был прицепом, он был бы трейлером. А поскольку он на собственном ходу... То он RV. Все, теперь RV или моторхоум? Теперь понял. Друзья, вы видите, там что-то разгорается. Она еще не разгорелась, ее надо еще держать 30 секунд. 30 секунд держать с чем? На кнопочку. А ты кнопочку держишь? Да, это предохранительный клапан. Так. Что, пошла, нет? Да. А, то есть она уже не будет ярче? А если я дам больше газа, она будет ярче. Так, если я дам понял. Больше газа. О, мы видим. Так, объекты свечения. Вам теплее стало, нет? Мне-то да. Так. Главное, что светит. Так. Вот было высказано предположение, что можно эти два лопуха развернуть в разные стороны, и они будут греть в разных направлениях. Я скажу, что если бы можно было так еще такую фишку, чтобы они вращались, и, знаешь, как вентилятор, например,